привет. Пытаюсь написать письмо уже как пару лет, но каждый раз стираю его до конца. И все мои надежды давно сошли на нет. Но представляю, как дойду до тебя. Строки, что прожиты более не зря. Строки, с которыми менялся сам я. Строки, что жаждут услышать ответ. Страницы в тетради, готовших исследовать. Не всякий раз эти строки убивать так тяжело. Я умираю вместе с несчастным письмом. И судорожно держит моя рука перо. Мелькает в холодном свете ночном. И строчка за строчкой идут босиком на старом измученном клочья листе. Их ожидают горячие сны и заблазны ярко горящим огне. Долго еще, быть может. А в общем-то прямо сейчас я начну свой протертый рассказ. И сотни и тысячи фраз вытекали с моей голове, как будто веками. И все боль проживали со мной в этом тесном аду. Thank you.
стал ехать подальше от проблем. Не видеть серых стен и не глядеть потолок, думая, как бы завтра не умереть. Надеяться, что солнце вот-вот зайдет, дождь за окном моим так и зовет. Скрыться в тумане и потеряться вдалеке, я куплю один билет на самолет, или лучше просто сяду в вагон. Уеду далеко. Уеду далеко. Сегодня плацкарте много неудобств, и вот чужой город и неизвестный вокзал. Я отправил тебе электронное письмо, скоро приеду к тебе, встреть хорошо. Огромная толпа, я теряюсь с ней, ищу ты милый взгляд среди разных людей. Я крепко обниму со словами привет, мне кажется, встречи наши ждал целый век. Уеду далеко. Уеду далеко. Уеду далеко. Уеду далеко.
со мной проститься и уйди. Лишней.